Всех приветствую. Сегодня, как я давно уже и хотел, добрался я до Полинезии, настроил свои снасти и решил поохотиться за кашалотом карликовым. Забросил я свои, значит, удилища на морской гребешок, как уже многие мне советовали ловить на эту наживочку. И сейчас мы с вами понаблюдаем, что же из этого получилось. Немножко забегая вперед, скажу, я просидел тут не так уж и долго, пытаясь его выловить, ну и немало. Вот у меня такая поклевочка первая, вынимаю, смотрю, нет, не то, акула сейла попалась мне. Маленечко не повезло. Ну, думаю, ладно, буду сидеть дальше, ждать. Я показываю вам в нарезке все, так как процесс этот довольно-таки долгий. И вот ночью я решил себя поразвлекать маленько в ловле индонезийской акулы, хотя бы на спиннинг. Вот мне попался акуленочек такой небольшой на килограммчик. Думаю, маленечко потаскаю. Одну удочку уберу. Ловлю на пилк 100 на медленной проводочке, вот, чтобы, как говорится, маленечко развеяться от этой скуки, когда сидишь и целый день световой смотришь на поплавки, которые никак не хотят поклевывать. Вот еще одного куленочка поймал. А сам глазками поглядываю на поплавочки. Не знаю, все-таки клюют кашалоты карликовые или нет ночью, но все-таки поглядываю, чтобы не упустить поклевочку. Момент. Вот тут уже покрупнее какая-то рыбеха цепанула. Вынимаю, смотрю, скат акулей попался. Довольно-таки добротный такой. Продолжаю дальше ловить. В ночное время индонезийская акула предпочитает клевать. Утром она и днем никак не клюет. И вот уже подходит к концу третьей сутки. Первые пару дней я выпивал гладколобого крокодила, кайманчика, кровь. А на третьей сутки у меня уже кончилась она. И я думаю, ну посижу еще сутки, посмотрю, а если что, пойду на барахолочку куплю и дальше буду ловить. До победного решил ловить сегодня, пока не поймаю, думаю, не уйду отсюда. Вот. И на третьи сутки вот у меня поклевочка произошла тут. Ну, смотрю, вроде по весу может быть подойдет, а может быть нет, сейчас увидим. Вытаскиваю, да, кашалот карликовый, очень маленький, на 15 килограмм, 164 грамма, но зато мой. Вот такая вот удача мне попалась. На третьи сутки, под конец третьих игровых суток, все-таки я его выловил, чему очень рад. Ну, квест я пока закрывать не буду, потому что нужно добить разряд еще, у меня там процентов 15, по-моему, осталось. Вот я покажу вам все, они у меня в сборе. Получить приз можно уже. Но буду это делать позже, когда набью разрядик. Спасибо всем за просмотр. Счастливой рыбалочки и побольше редких видов вам. Пока-пока.